Казанский федеральный университет принял в своих стенах одного из самых известных специалистов страны в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии – Наталью Зубаревич. В своей лекции она подняла важные вопросы экономики Татарстана в новых экономических условиях и кратко ее охарактеризовала. Когда вы продвинутый, а Татарстан продвинутый, когда вы включены в глобальную экономику, а Татарстан включен, то при резкой смене курса и ветра, в принципе, по вам должно стукнуть больнее. Кто высунулся повыше, на того кирпич падает сильнее. Продержались, справились. Могу сказать, что, ну, понятно, что небольшой спад в 2023 году от нефти у добывающих отраслей, ну, потому что российское правительство просто сократило квоты на экспорт, не уменьшились. В обработке рост не такой там грандиозный, скажем, как у областей с большой долей специализации из трех букв, называется ВПК. Но поскольку у Татарстана разнообразная обрабатывающая промышленность, ну, знаете, взлетов по всем фронтам не бывает. Кто-то просто пытался адаптироваться в эти сильно изменившихся условий. Говоря о перспективах Татарстана, доктор географических наук отметила, что экономический рост замедлится. В качестве главной проблемы она назвала нехватку рабочей силы, что характерно для всех регионов страны. По словам Натальи Зубаревич, эта проблема будет со временем усугубляться. В Татарстане активно развивается сфера индустрии, поэтому будет ощущаться острый дефицит квалифицированных кадров ввиду демографической ямы. Поколение, рожденное в конце 90-х, в начале 2000-х годов, очень малочисленное. Именно эти люди сейчас выходят на рынок труда. Татарстан тут ни в чем не виноват. Даже могу сказать, что у вас ситуация малость полегче, чем в Центральной России. У вас еще село не обезлюдило. Вот у вас село рабочее, дар более молодое. И его ресурсы, конечно, будут перетягиваться в города активнее, что сложно, потому что у вас агросектор хороший. И если его обезлюдить, да, если ускориться на хорошие-то зарплаты, ныне они же выросли все, приток из села в город – ну, будет сложнее как бы пополнять трудовыми ресурсами агросектор. Наталья Зубаревич отметила, что сейчас на рынке труда выигрывает молодежь, так как ее мало, и работодатели, особенно частный бизнес, за нее будут бороться. В ходе выступления она также сказала, что лучшая динамика доходов по стране в Переволжском федеральном округе, и что для Татарстана проблема бедности не является острой. Карина Саяхова, Елизавета Газизянова, Кристина Отекина, Николай Суховский, Универ Новости.